Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду. Да. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Мы слышали, что сказано: люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Мы слышали, что сказано: люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Мы слышали, что сказано: люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Молитесь за обижающих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.